Доброе утро, наступила пятница, с вами Югра Онлайн. Давайте посмотрим, что интересного происходило в нашем сегменте великого и ужасного интернета. По традиции мы начинаем с новостей. Одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях на этой неделе стало здоровье. Все потому, что на базе окружной станции переливания крови югорчане с 18 до 45 лет могут стать донорами стволовых клеток и костного мозга. Это могут сделать как и новички, так и те, кто уже сдавал кровь. Главное требование – желающие не должны иметь проблем со здоровьем. Записаться можно как на госуслугах, так и непосредственно прийти на станцию переливания крови. Это были новости. Теперь перейдем к видео. Вот что я нашел на этой неделе. Если в интернете продолжаются лисы, значит, жди холодов. Прекрасная зимняя сказка. Какая же все-таки красивая у нас природа. Огненное шоу. Интересно, на морозе будет так же красиво? Уральские жонглеры на моноциклах. Выглядит, конечно, зрелищно. Видео в сети заканчиваются, поэтому снимайте больше, снимайте чаще, желательно горизонтально. Отправляйте нам, делитесь с друзьями. Все посмотрим, все покажу. Не болейте и гору вам лайков.